Номер 8 за 16 год. От издателя. Содержание номера. И я начинаю развивать тему. Познавательно-практически. Это у нас идет август месяц. С чем я тут столкнулся? Что у меня получается? Все это тут описываю. Так. Приметы идут. Вообще очень интересно читать жития святых, об их жизни, что с ними происходило, чего они достигли, как шел этот процесс. И в результате такого чтения чувствуешь что-то, и в тебе самом начинает меняться потихонечку. То есть ты вообще человек, такое создание, сразу же слова Библии вспоминаются, где лежит сердце твое, туда ты и потянешься. То есть к чему ты стремишься, к тому ты, это стремление тебя и приведет всего в целом. И вот когда человек начинает стремиться к познанию духовного мира, хочет узнать, как это происходило у других людей, он, значит, разворачивается в эту сторону и потихонечку начинает постигать какие-то истины духовного мира. Вот. И они, естественно, тоже стремятся к нему. Процесс идет такой взаимный. Ты стремишься в эту сторону, и оказывается, эта сторона тоже стремится к тебе. Потому что ничего бездушного нет, а все обладает своим собственным, ну, будем говорить, таким разумом. И если ты настраиваешься на него, то он начинает настраиваться на тебя. И тебе подбрасывается соответствующая информация для решения тех или иных своих жизненных проблем, для осознания чего-то, где ты еще, ну, будем говорить, мало разбираешься. Даются различные примеры, и ты начинаешь вот больше в жизни соображать. Это очень интересный процесс, который я заметил вот за самим собой. Значит, в августе священномученики различные были. Ну, там интересные, конечно, описываются такие вещи, как посвящение ребенка Богу, приход там ангелов, ну и многие-многие другие вещи. Это лучше всего почитать. Так, в августе у нас идет медовый спас. Это праздник был установлен в первый день Успенского поста. Лед освещали, и только теперь его разрешалось есть. Не только для тела, но и сладости духовной. Не только для тела. На медовый спас даже нищий мед пробует. Вот, все это вы почитаете. Август месяц. Естественно, приметы идут. Что делали в тот иной день.
В народе этот день называли 26 августа, например, Тихон Страстной. Это было принято, и было принято брать икону Божьей Матери, умягчение злых сердец, она же страстная, и обходить с нее дом. Также прибирались в погребах, амбарах, проводили обряд защиты от порчи с глаза. Это в народе. И приметы. Если день сухой, то осень будет суха. Если сырой, дождливый, осень будет мокра. Ясный день предвещает суровую зиму. То есть по дням можно было как-то определить, что за зима нас ожидает. И уже заранее подготовиться к этому. 31 августа называется День Мирона, да? Обычно на Мирона дули ветры, поэтому он получил название Мирон Ветрогон. Было у этого дня и другое название Вдовье помощи. В этот день помогали сиротам, вдовам, семьям лишенных кормильцев. Говорили: на вдове двор, хоть щепотку кинь. Видите, у вдовы все-таки имелся двор. Соседи помогали, значит, сено, убирать с поля, рубили дрова и много другого. Также говорили, что 31 августа наступил лошадиный праздник. Угощали лошадей лакомством. Даже пекли специальное печенье. Лошадей окропляли святой водой. Вот. Дальше у нас идет основа здоровья, очищение организма. Это вот то, что я бы изложил, да, свои замечания я изложил новым, значит, цветом синим, пытался что-то дополнять, пояснять. Возможно, это был бы и хороший труд, но все-таки я решил, что труд этот вообще-то окончен, либо писать новый, либо вот постигать новый материал. И в любом случае постарался, несмотря ни на какие оговорки, что там мало времени, что там я занят, еще что-то там. Вообще-то надо и семью кормить, хоть я на пенсии, но тем не менее. Вот такой дом содержать, это непростое дело. Надо откуда-то брать деньги. Вот. И как правило, почему не появляется каких-то новых оригинальных таких трудов? Потому что люди в большинстве своем заняты зарабатыванием денег. И что-то писать для души у них просто нету времени. Вот я сегодня смотрел фильм про Королева. И он разошелся с первой женой из-за того, что она его любила, ждала из заключения, из этих ссылок, там где-то 7 лет, наверное. Вот. И когда они встретились, он целиком был занят разработкой космических этих систем, ракет, что на семью не оставалось времени. И ей это, естественно, ну, вот, не понравилось, и она его оставила. Кстати, вот про процедуру клизмения. Я раньше как-то вот такую вещь обошел стороной. А именно, что воду для клизмения надо специально подготавливать. Водопроводная вода с хлором не пойдет. Потому что она убивает, вернее, хлор в воде убивает микрофлору в толстом кишечнике. Поэтому необходимо, значит, воду подготовить, перекипятить там, ну, короче, чтобы там не было хлора. И такой водой делать. Это очень важное дополнение, вот, которое во всех моих книгах практически было упущено по незнанию
Видите, многие простые вещи, они доходят не сразу. Так, ну вот и вся газетка.